февраля мы приступили к обслуживанию многоквартирного дома «Бульвар Мира 7» и провели первичный осмотр общего имущества. Так был выявлен в первые же дни дефект на системе отопления, то есть была необходимость замены одного из кранов на стояках, ну, что, собственно, было и сделано. И на данный момент уже составлено несколько смет для замены, так скажем, части оборудования, в первую очередь на системе отопления, для того, чтобы к следующему отопительному сезону нам выйти готовыми. Система отопления в данном доме, ну, оставляет желать лучшего. Начало как-то все продвигаться в положительную сторону. Везде, в каждом подъезде развесили доску объявлений. Убирают территорию ежедневно, качественно. С козырьков убрали снег, полы. Есть график на этой доске, как, когда моют полы. Ну, в общем, как-то вот все по-другому. Как-то стало спокойнее, увереннее стало.